С 10 ноября 2023 года домофонная компания «Контур» передала право на обслуживание домофонных сетей пятиэтажного и девятиэтажного жилищного фонда компании «Уфанет». В связи с этим у арчан возникло множество вопросов. Мы встретились с представителями организации, чтобы развеять все слухи и опасения. Как нам сообщил руководитель компании «Контур», сотрудничество с «Уфанетом» берет свое начало в 2019 году. Тогда фирмы начали сотрудничать по установке умного домофона на тот жилой фонд, который обслуживался компанией «Контур». На протяжении всего этого времени компания «Уфанет» показала себя как добросовестный, нормальный соратник, партнер. И вот я думаю, что пришло время в этом году, посовещавшись, мы решили передать весь домофонный фонд обслуживания именно и для модернизации всего фонда под умный домофон компании «Уфанет». Кроме того, с 1 декабря домофонная компания «Спецтехнологии» тоже передали право на обслуживание домофонных сетей в Орске и Новотроицке компании «Уфанет». В «Уфанете» нам подробнее рассказали о том, что же такое умный домофон и с чем его едят. Как говорит Юлия Глебова, коммерческий директор орского филиала компании «Уфанет», в этом и в следующем году установка умных домофонов является одним из ключевых направлений деятельности компании. Компания «Уфанет» — это больше, чем оператор связи, который просто предоставляет качественные услуги связи. Сотрудники орского филиала «Уфанет», они проживают в городе Орске. Их семьи, родственники, друзья, они тоже проживают в этом городе. И нам важно, чтобы жизнь людей в городе была комфортной и безопасной. И вот через умные домофоны мы создаем систему безопасности жителей в городе. Но, безусловно, всех интересует, как этот переход от компании к компании отразится на абонентах. Все останется прежним. Обслуживание будет все такое же прежнее. Единственное, добавится вот функция умного домофона, которая очень удобна для, как показала практика, для всех жителей нашего города. Также Евгений Богданенко рассказал, что все авансовые платежи, которые внесли абоненты, автоматически перешли в компанию «Уфанет». Как нам сообщили, установка домофонов происходит за счет компании, а абонентская плата составит 55 рублей в месяц. Также теперь обслуживанием дверей, доводчиков и домофонных трубок будет заниматься «Уфанет». После того, как на вашем подъезде появится панель умного домофона, сотрудники компании будут в течение 2 дней совершать поквартирный обход жильцов для замены старых ключей на новые. Это необходимо для того, чтобы посторонние люди не смогли попасть в подъезд. Если по каким-то причинам вас не оказалось дома в эти 2 дня, когда наши сотрудники меняют ключи, ничего страшного, вы можете подойти в наш офис на Краматорскую 4Б, и вам поменяют ключи. Кроме того, на домофонной панели в течение 7 дней действует временный код – решетка 4.0. Он позволит жителю входить в подъезд, пока он не получит ключ. Узнать все подробности вы можете по номеру 09-38-8.